долгожданное открытие. Дизайнерская одежда, украшения, мыло ручной работы, открытки, сувениры и многое другое. Все эти вещи можно найти здесь, на ярмарке необычных вещей ручной работы Art Weekend. Ярмарка работает на территории завода «Платон» всего 2 дня, 18 и 19 октября. За эти дни здесь можно будет приобрести абсолютно все, вплоть до вот таких игрушек. Участие в выставке может принять каждый, у кого есть что-то, что подойдет под формат здешних товаров. А именно, что-то необычное, сделанное собственными руками. Здесь вот это все стоит на перламутровой подставке. Сама подставка сделана в виде песочных часов. Но вместо песка сыпятся детальки из обычных часов механических. Там можно разглядеть это все. Глаза здесь просто разбегаются. Такое разнообразие не часто увидишь. Имеется возможность даже поучаствовать в различных мастер-классах по изготовлению подделок. Мне было очень интересно увидеть здесь, как, какие изделия делают, пряники какие делают, как украшивают. Зайдя сюда случайно, уходить уже не хочется. Организаторы сделали все, чтобы привлечь внимание посетителей. И у них это действительно получилось. Даниил Шишкин, Вести, Москва.